29 июня Казанский федеральный университет впервые посетил президент Российской академии наук Александр Сергеев. Так как в должности он находится лишь с 2017 года, посетить научный центр КФУ до этого момента не удавалось. Как утверждает сам Александр Сергеев, ему важно было приехать и лично посмотреть, каким образом и какие направления развиваются в Казанском университете и как устроено взаимодействие науки и образования по всему спектру. В первую очередь в рамках визита гость посетил астрономическую обсерваторию имени Энгельгарта, где была проведена экскурсия по исторической ее части. После гость отправился в планетарий, расположенный на ее территории. Огромное впечатление на гостя произвел Центр ситуационного обучения Института фундаментальной медицины и биологии. Он подчеркнул, что в Казанском университете есть безмерные возможности для обучения будущих высококвалифицированных врачей. Действительно, Казанский федеральный университет очень правильно использовал вот те средства, которые выделялись в течение нескольких лет федеральному университету, в частности Казанскому федеральному университету, для того, чтобы именно приобрести новое современное исследовательское оборудование, которое сейчас прекрасно работает и на науку, и в центрах коллективного пользования, работает на то, чтобы приносить доход университету. Следующим пунктом визита стал Институт геологии и нефтегазовых технологий, где были продемонстрированы возможности приоритетного направления «Эконефть» в части добычи полезных ископаемых. Рабочий визит завершился посещением Химического института имени Бутлерова. Гостю были продемонстрированы лаборатории, которые специализируются на разработке катализаторов для химической промышленности. Я думаю, что мы будем выстраивать отношения с Академией наук, с вашим университетом. Я уверен, что это мой не последний визит сюда. Мы уже наметили какие-то такие вот конкретные идеи, чтобы мы могли участвовать и инициировать какие-то мероприятия. Так что впечатление, конечно, очень хорошее, и здорово, что у нас есть такой замечательный университет. Лилия Талипова, Ленардо Влетьяров, Универньюз.